Одет неопрятно, но она делает приятно. Меня спросишь, как дела, ну хуй знает, но мы богатые. Ты что скрываешь зависть, когда видишь, кем я стал теперь? Напряги память, вспомни, что я тогда обещал тебе. Йоу, what the freak is up, чувачки? С вами Джон Хавер, мы сейчас в Питере. В Питере. У меня было день рождения пару дней назад. Я материал для блога тебе снимаю. Кто, если не я? Я потерял голос. Многие поздравляют с днем рождения. Респект вам всем. Я без голоса. Видите? Это пиздец. За день до Питера. Поэтому я вообще день рождения не снимал. Где-то там инстаграмчики повыкладывал. Сегодня мы продолжаем день рождения. Ну так, конечно. Сейчас мы едем на лодочке кататься. Вот мы заказали из Бикицера. Вот столько еды. Не переживайте, это не на нас двоих. Это еще Сережа со своей девушкой. Сережа, мой кореш из Ярославля. Чуваки, я не знаю, что это такое. Но Аня уже готовится типа к поездке. Она типа пьет, потому что она приболела. И вот сейчас, чтобы ей не заболеть на катере, она пьет икермейсер, потому что там типа смесь трав, и она типа выздоровеет. Ты хочешь реально сейчас залпом уебать все это? Нет, конечно. You crazy. Все, я снова чувствую прилив сил. Я здорова как бык. Мы тут жили. Торговый центр. Мы не жили здесь. Йоу, ребят, спонсором этого видео стала компания Realme. Они мне подогнали вот такие шикарные наушнички Realme Buds Air 3. И когда я говорю, что они шикарные, я не просто так говорю. Чекните их дизайн, чувачки. Вот такая вот шикарная коробочка, чуваки. Стоят они раза в 4 дешевле, чем AirPods Pro. Я с ними какое-то время ходил, и звучат они реально очень-очень достойно, чуваки. Здесь очень крутое шумоподавление, чуваки. Басы прямо долбит нормально. Также, ребят, вы можете слушать 30 часов музыку без подзарядки. То есть они очень долго держат заряд. Также, ребят, для телефончиков у них есть очень удобное приложение Realme Link. Вы можете там индивидуально под себя настроить наушнички. Очень легкие, очень удобные. И дизайн тоже, чуваки, они вот выглядят очень-очень сексуальненько, я считаю. Так что, ребят, Realme AirBuds 3. Бам! Можете забирать их по ссылочке в описании. Линк я оставил, you feel me? Все, обратно видео, чувак. Йоу, чувачки. Вы же, кстати, проезжали? Христовский остров, чуваки. Ой-ой. Тут уже качается немножко. Христовский остров, он прям такой легендарный, чуваки, там так дорого. Все вот эти домишки такие все, короче, секси. Смотрите, вот этот бордик, чисто как Кейси Нестета. Мясо. Я бы покатался на таком. Так это вообще не сложно. Да, конечно. Братцы, смотрите, тут как. Внутри так-то много места, реально. Чекайте, тут реально место дохуя. Короче, чувачки, сейчас мы будем тут и гонять потихонечку. И не гонять, и купаться Серега будет. Я буду по-любому. Будешь? Базар. Короче, чуваки, мясо. Тут еще стол будет. Мы, конечно же, хотим кушать. Сейчас прямо поставим стол, сразу начнем жрать. Дай им бой. Не хочешь сделать такой мерч? Нет. Короче, мы сейчас... Малышич. Мы идем на дно. I'm pushing Pete as my favorite alphabet. She let me do as I please on my alphabet. When your lawyer paid off, you don't have to tell. When you pay your own bills, you don't have to care. If they know. Ребятки, добрый вечер, всем прекрасного настроения. Rockin' at the park, maybe I drive yourself, so I don't got the park. Upgrade my jewelry, my watch is up to par. We gon' hit the head and watch the body fall. I'm going ghost, I ain't taking no more calls. That pussy pop, gotta give her her applause. I want this top, hey, the Brody, them a jaw. If I put it up, we forever living large. You be okay. Не снимай мне крошки, блин, на лице. Видела, отлетела? Да, отлетела. Кушает. Мясо, братцы, мясо. Когда топнули, было вообще жестко, да? Я не ожидал, что так будет. Я не знаю, передались ли ощущения, но было заебись. У нас столько ты соусов. Его, ты его ешь, да. Столько соусов. Попробуем. Я. И скажи, что ты на вкус? Сделай ему такую штуку. Брат, возьми себе сам что-то в рот, ну, нахуй, невкусное. Это ты любишь в рот невкусные вещи брать. Брат, на вкус. Брат, на вкус говна какого-то. Дрейк альбом этот писал специально как будто для вот этой поездочки сейчас, потому что, ну, это реально сексуально, очень сексуально подходит здесь. Женя, день трусы. Фу, какая маленькая яхта. Очень красиво. Короче, чувачки, всех обнял, всех приподнял. И реально, Дрейк альбом просто сексуально залетает. Чуваки, все, кто будет кататься на катерах, на яхтах, включайте последний альбом Дрейка. Кайфуйте. Summertime, these girls run. There was a time I wasn't doing money.
добраться, посмотрите на Питер, нахуй. Тут как будто просто дороги пылесосят, понимаете? Столько сексуально, рандомная просто площадь на Петроградочке. А, как же я люблю Питер. А меня? Вот за эти моменты, я люблю Питер, нахуй. Очень свайк. Питер, бля, в хорошее время года Питер, это, бля, лучший город в России. No cap. Йоу, братцы, вы уже знаете, я в Питер залетел, вы знаете, куда я должен забежать, но... Are you here? Йоу, братцы, вы уже знаете, что я могу делать на студии. NBA 2K-чик. Let's get it. Сплэшик только что оформила за Стефи. За Стефи. Я не знаю, что вы там с сайтом долго ебетесь, чуваки. Что-то у вас там не получается, да? Мой дозаказик уже дошел от Splash Club, you feel me? Вы уже знаете, я должен был забирать эти шортики. Я должен был забрать эти кофточки, зипочки, да? Сегодня алые паруса. Все мосты нахуй закрываются. Походу я остаюсь ночевать на студичке. You feel me? Bobby. Bobby. I got some drip on me, you know what I'm saying? Я, пацаны, в Питере такая охуенная погода. Светло. Просто пиздец, как светло. Давай бахнем фифу. Я фифу. Да. Я не играл пиздец в фифу. Бро, я не играл в фифу вообще никогда. Пацаны сидели играли в фифу, нахуй, 2 месяца, а я в Лондоне вообще не играл. Да ну нахуй! Сучара! Подарок, блядь. Лёпа! Вол нахуй! Сучара сидит! Подводочка, да, такая? Да, хорошо. Последующий. 1-0. Доставляй там. Я почувствовал, на самом деле, реально моментик, когда отправил. Удар по центру. Это просто кепка снятая. Бро, за сколько мы делаем с тобой фит денег? Сколько стоит фит? Для меня, брат, для меня. Бля, бро. Уже записали все те, кто, блядь, не должны были. Это, кстати, правда. А те, кто должны были. Давай сейчас повезем об этом. Давай сейчас повезем об этом. О! Ребят, я вас не заметил. Смотрите, где мы сидим. Смотрите, как красиво. Сейчас я вам сниму получше. Чувачки, смотрите, как здесь сексуальненько. О май гад. Кто бывал в Питере, обязательно залетайте в сайт. Я тут ел в тот раз, когда был тут здесь полгода назад. Панкейки с беконом и соленой карамелью. Сегодня просто скрэмбл, чувачки. Сейчас вам покажу это дерьмо. Йо, чувачки, смотрите, Ваня, вот такой вот шикарненький Что это? Бенедикт с лососем. Это бенедикт с лососем, такой аккуратненький, с мачи сексуальненькой. Чекайте, что это за беленькая штучка тебе припасли. Ладно, смотрите, чувачки, мне тут тоже надристали что-то на разгере. И у меня вот такой вот скрэмблик сексуальный. Лучше бы я взял заново панкейки, чуваки. Кто сейчас кушает? Приятного всем аппетитика. Ставьте лайк-чосик на этот видосик. Смотрите, я сегодня на каком дрипе. Я сегодня на Saint Players. Let's get it mine. Хочу себе еще взять какие-нибудь кроссовочки. Я думаю, бейпы. Я не знаю, какую расцветочку. И я еще хочу померить бейпы, они все разные, короче, по размерам, и это стрёмно. Хочу себе взять что-то, какую-нибудь пару летом, но я не знаю, что. Может быть, вы мне подскажете. Вы уже знаете, должен выгулять свою вещь. Меня? Да, я угораю. Я, естественно, про Players Club. Точки, как всегда, лайк за мою красавицу, жену. На какую-то тусовку мы идем, короче, в гараж. И нас встречает Касик. Не знаю, вы, возможно, должны знать этого чувачка, нахуй. Возможно, yes sir, yes sir. Yes sir. Чувачки, короче, мы пошли проводить хорошо время. You know what I'm saying? Можем на верх залезть. Йо, братцы, мы погуляли. Я фоткал, сука, был. Посмотрите, лайкните фотки. 4.45 разводится литейный. Да, почему мы смотрим про разводы мостов? Потому что мы забыли, блядь, что в Питере разводятся мосты. Причем, как бы, мы это помнили. Вчера я это помнил. Кстати, вот смотрите, как будто я иду в пасмурный, там, день в 5 вечера. Да, бля, сейчас, если что, по 20. У нас сейчас время дохуя. Мы не поедем в объезд. В принципе, конечно же, можем себе позволить поехать сейчас в объезд. Но типа реально не мут, бля, ехать 40 минут по залупе по какой-то, 45. Немножко позитивной аффирмации. Аффирмации. Аффирмации? Есть прям слово такое на русском? Да, аффирмации.
для вас, чувачки. Если вы хотели что-то долго, давным-давно сделать, пора нахуй это начинать мутить. У вас все будет получаться. Я вам говорю, если сильно хотите. What's up, bro? Да? Круто. Если вы хотите, чуваки, сильно чего-то достичь, у вас точно получится, если вы начнете это делать, сука. Чуваки, мы пошли гулять, посмотрите, какая красота здесь. Да, людей, кстати, тоже все гуляют. Они тоже все забыли про развод на 100. Они все тоже забыли про развод на 100. Какая красота. Пойдем на Дворцовую, на самокат. А-а-а, братец, нахуй, ну чё, когда мы делаем фит и сколько он стоит? Давай, брат. Ой-ой-ой. Подписываем тебя на... Ты делаешь лейбл? Я уже давно его сделал. Там я только подписан. Не, ну вообще, в теории туда могли вообще много кто попасть, скажем так. Сколько я карьер стартовал? Да слушай, помог ты точно многим. Ну если бы это все, блин, знаешь, по чесноку бы, как в Америке было, что подтягиваешь типа его, пушишь и все остальное, у меня бы на лейбле, ну, блядь, много кто был. Это базар, но... Это было бы как бы для них пиздато. Как Lil Kid там подписал, условно, Famous Dex. Famous Dex, что с ним сейчас? Слушай, но он еще жив. Короче, просто мне жалко его, знаешь. Ну, но он недавно где-то даже выступал вроде. И вчера ехал по ЗСД. Вообще охуенно, первый раз. Ну, типа, за рулем. А, да, кайф. Вообще пиздато. Несёшься, блядь. Еще и был такой закатик, короче, было секси. Чекайте, Обла доделал свои часики, нахуй. Теперь они полный бас-даун. Теперь полный бас-даун, я не опоздаю точно. Yes, sir, yes, sir. Хотя yes, время тут, даже не знаю, вроде неправильно. Шлюхи. 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 Ебать, как мне нравится циферблат этот еще зеленый, сучка, нахуй. Гринч. На Гринч на Рождестве сегодня. Блин, короче, Петербург. Мы просто отдыхаем. Мы мало чего успеваем делать, потому что очень жарко и впадлу, короче, вообще чем-то заниматься. Хотелось и туда съездить. Гуляем, отдыхаем. Хочется еще куда-то заехать. Я надеюсь, до конца отпуска нашего мы куда-нибудь съездим. Сегодня мы просто выехали вечерком покушать. И после этого мы пойдем на выступление Friendly Tag. Он сегодня на тусовке играет. Тьфу, не играет, а читает рэп. Я не знаю, сколько у него минут, но Friendly Tag, помните, я про него говорил чувакам, ну, я уверен, кто-то уже про него точно знает, я думаю, что чувачок должен стрельнуть, если такая музыка будет набирать обороты в нашей стране, я буду очень удивлен, ну, не то, что, во-первых, я буду реально удивлен, потому что все равно у нас, ну, другое в топах сейчас гуляет, но если он будет в топах, чуваки, я буду прямо очень рад за нашу индустрию, потому что чел реально делает прикольно. Посмотрим на его выступление, потом немножко погуляем. Чтобы до часу вы гуляли. Да, блядь, а то мы опять будем, как вчера, перелезать через мост, который стоит. Да, вплавь. Мы вчера плыли через него. Это ты вплавь, я перелезал. Ну, я плыла, потому что я не успела прилететь. Сука. Ты нас зовешь? Да. Вообще, мы всегда, когда ездим, мы постоянно ходим в рейсики и много-много кушаем. И я сейчас поймался на мысли, что я так-то пиздец стал реально опытным чувачком. Да. Ты реально опытный. Да. И прикольно, короче, я просто раньше, но не мог себе позволить рестики, чуваки, и теперь я и хожу в рестики. Короче, просто местечко секси, мне нравится. Смотрите, вот стульчики такие, бам-бам, вот один стульчик обязательно почему-то должен быть вот такой цветочек, да. И вообще все очень стильненько и прикольненько. Мы заказали по два боула, по два боула и два напиточка. Фэнси размер 0,5, матча и латте. И я вам все это сейчас покажу, чувачки. Тоненькие стаканчики, большие, сексуальные. Сейчас попробую, делаю реакцию. Давай, делай реакцию. Я еще боюсь вот эти трубочки, чуваки, потому что можно зуб реально сломать. Вкусно? Да. Чувачки, теперь наши сексуальные боулы. У меня боул с креветочками, вот здесь они застряли. Ага. Все остальное тут практически одинаковое. Только у Ани еще вот помидорки есть, у нее с цыпленком. Yes. Yes. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. I heard. Достойные губки врать не буду. И тут еще еда выглядит очень сексуально. Видите, так ярко, очень инстаграмно. Потому что здесь на каждый стол, видите, направленный, короче, направленный свет. На каждый стол, чтобы оно выглядело сексуально, чтобы фоткать можно было в институт. Все, окей. Братцы, короче, хуйня в том, что, блядь, у пацанов сместилось выступление. На 15 минут это хуйня, брат. Подожди, на 15 минут, значит? Короче, я сначала думал, что всю историю сдвинули, и что Саня будет выступать поздно, типа часов, блядь, в 5 утра. В итоге к нему подошли и сказали, что он сейчас будет выступать, поэтому все чил, будем сейчас снимать выступление. Правда, народу что-то мало. А мне касс, походу, нет.
Мужичок! Нашумите немножко Джону Хауэвер в чате. Нашумите Токсису, братец. Когда blow up уже, братец? Чего-чего? Когда glow up, когда все это дерьмо, братец? Glow up и blow up, я думаю, либо 8 июля, либо 15. Будет альбом из 8 треков. Думаю, yes, sir. Стараемся. Братец, я хочу, чтобы ты, да, ты хороший парень, позитивный тигр. И я хочу, чтобы ты пострелял, понимаешь? Ты потому что вроде этого хочешь. Я вот так смотрю на тебя. Каждый артист хочет. Это точно, брат. Поэтому, ребята, слушайте музыку, смотрите видосы с канала John However. Yes, следите за анонсами. Все, yes, всех обнял. Хазар. Каждый божий день пытаюсь поднимать бумагу. Я обещал, когда забрал на аптеку. Пара их так много, это целая конверта. Мама извинила, моя сумка как кассета. Давай, братец. Сипл это плотник, братец. Давай. Бежим через желудок. Я только что вернулся и прошу ее не заходить на кухню. Открывай окна, бедки тут валяют. Я знаю, это плохо, ты плачешь уже часто, это жестко. Но только эта влага помогает, уже сами не засохнуть. Я обещаю что-то, уже раз сотню, забывай, кто я. Жизнь настолько низко мешает моей походке. Кое-что послушать, конечно, будет проходка. Толпа говорит умным, что он реально на фотке. Парни говорят, я next up, я хуй знает. Там же толка газы пишут, что спускает. Парни говорят, я next up, они ставят. Я просто делаю свое, да и мало о чем мечтаю. У храма мои волки никогда не помогают. Шакал, факел! Набираю тачек, хата на девятом. За кто платит? Сидит на бейте, не на кто платит. Мой братик, босс, мой братик, это Вадик. Я уже застроен, у меня не было 12. Было 10 плюс цена, 20 плюс цена. Я закрывался пена. Пашка, ты немного выпирай, пачка. Жоп, жопа или тапки, я не сижу в своей сяде, как и тапки. Так и пушку, когда возьми себе брейки. За пакет с головами засунул глубоко вещи. Малышка, мне надо работать, деньги не ждут. Косик. Тигр. Что пришел, что поддержал. 100%. Организовал эту тусу. Я всех рот ебал, нахуй. Кто против меня, кто хочет что-то сказать, поиметь. Мусора, бандосы, блядь. Каждому лично, нахуй, готов за каждое свое слово ответить. Ты молодец. Тихо ебать. Friendly tag, это way to go. Пацанчик должен стрельнуть. И я искренне буду его саппортить. Он красавчик, его мусочка заебись. Это его девочка. Ай-яй-яй. Ребята пока немножечко, ну да, камера. Ну, скоро они поймут, что от камеры не деться на самом деле. Это братик, это старший братец. Короче, ребят, я надеюсь, что у пацанов реально получится. Да. Мы хорошо проводим время сегодня. И да, мы пошли немножко подчакаем еще. Подчакаем с ребятами. Бля, братцы, короче, мы здесь на Невской, засранке. Кушаем эти хот-доги, нам готовят это дерьмо. Нет. А нам не ебут. Нам готовят это дерьмо. Пацаны угостили его вином, я думаю, хот-дог будет вкусный. Да, он выпил пол стакана, нахуй, залпом. Так что все в порядке, ёбан. Белые ночи, мясо. Бро, ну они все равно достаточно белые. Ну да, да. Настроение заебись. Вайбик вам не знаю, как передать, потому что мы на веселом, нахуй, сегодня. Ну, на хот-догах сегодня. Бля, братец, что-то у тебя блестит шея, я не буду пиздеть, нахуй. Бро, блестит. Я не буду пиздеть, нахуй. Блестит. Она достаточно блестит хорошо, нахуй. Слава богу, реально. Жень, на, поешь, пожалуйста. Брат, я не хочу это. Ну, один кусочек, ты можешь откусить. Ну, давай, подожди. Давай, брат. Только он пачкается. Чем отверстие делаешь? Нормально. Как на заправке, братан. Бля, да, как на Шелле, знаешь. Пацаны его угостили вином, поэтому он сделал красиво, нахуй. Все, кто будет в Питере, вот. Да, вот тут, пацаны. Братец, у тебя теперь будут деньги большие. А ты видел его грилзы? У него еще были золотые грилзы, чуваки. У него золотые грилзы. Пусть он улыбнется, нахуй. Босс не хочет показывать свои грилзы. У него золотые грилзы. Йоу, what's up, мужички?
Сегодня предпоследний день у нас в Питере. Да, я знаю, потому что фронталка. Сейчас покажу вам блюдо. Мы, как всегда, кушаем. Какая сексуальная пицца. А, сайк. Вот такая киска. Видела вот она. Вот такой видочек. Шипум-пум-пум. И вот такой еще десертик у меня тут. Блять, подожди. Вау, вот такой у меня десертик, чувачки, нахуй. Йоу, мужички, нахуй. Спагетти с камчатским крабом и икрой. What the fuck, нахуй. И здесь тоже спагетти с томленными или какими-то там томатами. Даже секси-шмекси. Вялеными томатами, дейм, окей. Стричателла наверху. Не, у тебя, конечно, серьезно. А вот тут что? Чувачки, кто кушает, вы уже знаете. Всем приятного аппетита. После этого ужина мы поедем кататься на лодке. Тусовочка на лодке. Кузня, вайбрум, да, круиз. На лодочке будет мясо, будет весело. Мы хорошо проводим время, надеюсь, и вы тоже. Поставьте лайк этому видосику, всех обнял. Чекайте вот эту сучку. Сегодня у нас тусовочка вот на этой киске. Мы идем туда на фри. You already know, потому что это Джон Хэвэвэр, это Джонни Джойстик, это суки. Swag, 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 чувачки, нахуй. Сегодня еще тусовочку делают ребята из Vibe Room, поэтому тречки будут тут заебись. Это дополнительный бустик, потому что часто бывает, идешь на тусовку, там включают, бля, зачем солнце, Монако, и ты такой, типа, бля, пацаны, давайте пока. А тут и узверти, стоит за бухлом. Внутри тоже сексуально очень. Come on, man. Damn. Мы, кстати, очень далеко уплыли куда-то, в открытое море. Sometimes you gotta close the door to open a window. Вечер голоса хукана с билетиками. Джонни Джойстик, that's my boy. Yes, yes. Vibe Room, Believe Music, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург здесь. Yes, sir. Да, обнял, братец, обнял. Хороший вечер. Оу, вот такой у нас видос получился из Питера. Кушаем музыка, да. Кто на этом канале впервые, чуваки, оформляйте подписочку, я не знаю, что вы еще ждете. Пишу ими. Все мои старенькие чувачки, всех вас вижу, чуваки. Обнял, обнял, любовь. Стрим на этой недельке, также подписывайтесь на Instagram, however.view. Там скоро будет дропаться хорошие кусочки, чуваки. Просто вот так вам скажу. Скоро что-то там дропнется. You feel me? Знаю, что я сейчас не балую вас особо с загрузками, да, на канале. Не так они часто получаются. Подписывайтесь на мой ТГ, чтобы не пропускать какие-то моменты. Я там пощу довольно-таки часто. You feel me? А так, чуваки, всех вас вижу, всех вас ценю, всех вас люблю. Джонни Джойстик, Джон Хэвэвэр здесь. And we motherfucking out! Ха-ха!